Возможно, я пожалею о сделанном, но я хочу посмотреть на себя без нее. Итак, вы голосовали, кто-то за, кто-то против, но в конечном итоге мне очень интересно. Я уже сам себя не помню другим, поэтому жми лайк прямо сейчас и... Ну, типа, я посмотрел, как теперь назад вернуть. Я ровно так же, как и вы, не видел себя очень давно без бороды, поэтому мне самому было интересно. Ну а теперь давайте сделаем ставки в комментарии, через сколько дней моя борода вернется назад. Но вообще, поздравляю, хейтеры растительности на лице, ваша мечта сбылась. А теперь давайте по теме. Вообще-то это новое видео, как бы влог, и он будет с крутыми ребятами, с моими друзьями. Сегодня приехал Антоша Прот, и мы завтра поедем кататься. Будем снимать для вас видосик, и не только с ним, а еще с некоторыми ребятами. Я думаю, что, опять же, можете прямо сейчас бахнуть лайк, не забыть поставить свою ставочку в комменты, и все, приятного просмотра. Завтра начнем. Сейчас должен встретиться с Антошкой. Я хочу сразу заснять его реакцию на отсутствие бороды. Мне прям интересно. Осталось его только найти. А я нашел сразу трех. Сейчас будет тройная реакция. Привет! Андрюха, я тебя люблю! Смотри, какой молодой. Я же говорю, что ты побрился! Молоденький! Привет, Андрюша! Привет! Привет, подстрижися. Андрею снова ты 14. Андрей, ты такой молодой, тебе снова 15. Да, а я, а у меня день рождения, мне 17. Я ты что, это влог снимаешь? Да. Влог снимаешь. Скут, будем сегодня играть с тобой? На МТЗ? Иногда. Давайте. Андрей, мы с тобой. Чего? Топ. Короче, рассказываю. Андрей у нас, ну, уже ж взрослый и всегда есть детский тритон. Если мы сейчас поймем с тритом, я тебя убью. А, Андрей, кстати, я вот эту всю тему, я всегда теперь домой с тритом возвращаюсь. Откуда? Отовсюда. Вот, допустим, недавно ездил, с самолета гонял, со стали езжу все время с тритом. Не, со стали лайты, со стали мы вообще-то в 16 моих лет ездили. Ну, еще с Васьком, там мы мелкие были, мы тоже с тритом гоняли. С тритом я еще гонял. Самое дальнее мое расстояние с тритом, это от Грушевки до Руси. Вот это... Херня, 20 километров, я 60 ездил. Я верю, Андрей. Ну что, поехали. Погнали, да. С тритом. Конечно. Ему приятно побрился. Сейчас, я вчера побрился, вот вечером. Погнали хотя бы пописку. Короче, пацаны, мы сняли для вас Game of Scoot на канал Антоши Прот. В общем, мне гейм понравился, он, правда, был хреновый, но мне все равно понравилось. С Антоном интересно играть, иногда бывает. Ну а теперь настало время снимать этот влог, и я вам отвечаю, если сейчас никто не травмируется, влог будет крутой. Все, гоу-гоу-гоу-гоу, берем наши самокаты. Вау! О! Нормас. Давай какую-нибудь дорожку. Я закажу. Бля, с первой стороны. Надо было линии, наверное, на тут поснимать. Ну ладно. Давай я тоже линию сделаю. Давай. Шлотки лолипоп. По-по. Ням-ням. Я бы тебе отлизал. Ха. Ага. Котетка путать.
Нам еще сегодня в стрит ехать, потому что тут, конечно, можно кататься, но не... Но не самое приятное удовольствие. Ай-яй-яй, уехал. Просто нормально. Так. Давай еще один трюк или линию, давай до магазина, а то я скоро от жажды. Я хочу пить жестко. Уже все. Сейчас, так. Среди парка стали чисто пообщаться. Нормально. Жалко, что Антону нельзя всякие гэпчики гадать и так далее. А то он откинется, не доедешь до своей Москвы. Мне колено нельзя сгибать. Так я же говорю, нельзя. Типа, все, этот максимум. А вот это я могу прям до жопы. Все, погнали за водой. Мы пообедали. Я думаю, самое время погадать ему трюков на периле. Я тебе трюки на периле хочу погадать. Погнали. Давай, call in the shots от Андрея Ивашкина. In the vlog. Да. Wow. Давайте, первый трюк жду. Я, в принципе, поставлю тогда. Что ты не делаешь на периле, сразу скажи. Не делаю? Да. Бэклип, вип фронтборд с барами, сразу минус. Ну, в принципе, все. Свои 50 не очень. Короче, давай фронт 50 на фронтборд, на... Давай для начала на VIP. Давай. А теперь на хил. А? На хил. Давай. Сейчас мы его изнасилуем. Хорош. Да это даже я делаю. Пизда? Я на колесо. Ладно, придумай себе сам пару трюков. Что-то с тобой сложно. Смотри, музычка, и я делаю трюки. Короче, давай линия. Каждую фигуру, которую видишь по дороге, на ней трюк. Ну, отдышаться можно. Сейчас, да. Разрешаю дышать. Лёхи! О! Let's go, let's go. Привет. Это я. Давно не виделись, ребята. Там солнце. Вот я приехал к вам. Ты сейчас сегодня добрый, вот этот сегодня злой. Ну, он всегда злой. Я всегда добрый. Ржали все. Вчера был злой, мне вчера злой. Ржали все маршрутки, Лёха. Всегда он добрый. Пропускай, ты пропускаешь. Вот русский. Ты меня там чуть не сбил. Капец, за тобой ездить неудобно. Антон, за тобой ездить вообще неудобно. Я пиклюсь на своем самокате. Не. Короче, МТЗ хватит, берем Лешу, других ребят, едем показывать перилы, которые человек не видел еще. А тебе там в камере сюрприз оставил. В смысле? Ну потом посмотришь. А, ты что-то записал? Игорь мне как-то бонстика в руль запихнул, говорит, тут где-то у тебя в самокате сюрприз. А я видел, как он его туда засовывает. Got your mama behind me.
she's strapped to not in the way that you think. I think I'll start up my day. I think I'll move a few units. I think I'll keep that shit moving like YouTube kidding a few cameras. I'm done being a down. I think I'll make satire and stuff. I'll blindly throw around every ugly word in my head. Moist! Smegma on Smeagol's head. Baby, give me my precious. Praise baby Jesus, yeah. Looking good with no shirt or necklace. Or is it a crown? Either way down, you get the pound. Sorry, didn't mean to piss off a cult. Stuck in youth and revolt. Without a cause, a rebel in love with applause. Like narcissism, our god. Like life is all there is. Like to follow count your soul. But I'm a jaded asshole. It's cause I ain't known. Cause all these systems in place keep a place inside these bowls. Like we all fish sink. This is what crazy day to fly. I'm a stained infinite jest. Manifest destiny. Precursors are to all elite dead. Fuck all the rest. Swear one day I'll get out of my head, but till then, I'm gonna check. I'm so OA. I got Obama behind me. I'm Vinny Chase. I put that drama behind me. I'm so sweet faced. Got your mama behind me. She's strapped, but not in the way that you think. Трындец какой-то, потный, жарко, пить очень хочется. В магазине терминал не работает, другой пришлось идти. Все, сейчас покушаем еще раз, попьем еще раз и поедем дальше. Еще только 5:30, но жарко, блин, на июль. Короче, парни, во-первых, поставка одежды Этик в магазине Rise Couture Shop. Ссылка на магазин есть в описании. Можете себе подобрать клевых шмоток, как у нас с пацанами. Ну а теперь, вот и уже здесь. Дай попить. Короче, Леха, если решится, сейчас будет мясо. А Леха пока. Горилла Энерджи. Я напился Горилла Энерджи, я делаю все. Ты реально будешь пробовать? Так что пробовать, я с первой базар. Мужик, ну типа, если не с первой, то я сдох. Справедливо. Все, полетели. Давай на удачу. А теперь объясняем, что происходит. Вот Леха вот отсюда будет хорошо прыгать. Вот так, вип-бар на бэклип. А можно адекватное объяснение от самого Лехи? Он просто иди. Уйди отсюда. Сейчас. Да нет, я примерюсь, откуда примерно. Все понятно, в принципе. Можно, можно тебя поставить на второй ракурс, на прошку куда-нибудь сюда, я там сяду с камерой. Давай. А сейчас он начнет делать трюки с нее. А, еще. Капец, как вовремя. Хотя бы лег. Красавчик. Тайминги просто рассчитал. Мы трюки снимаем. Мы трюки снимаем. Как где спускается по лестнице? Не-не. Это мясо просто, что... Леха сегодня на рейлах очень круто катается. Вообще респект. Я немного в шоке, потому что мы изначально это были предложения Брофу. Да. Вот отсюда, вот сюда вот мы подошли, здесь далековато. Ну, конкретно далековато. Ну, если подойти, типа, да, далеко. Смотри, типа отсюда не допрыгнуть. Как бы метра полтора до перила, из перила проскальзывать нужно еще больше. Я подумал, ну, типа, Рофу, прикол. Но мы посмотрели чуть дальше, собственно, носа. И Леша сегодня, ну, реально бомбит. Леха сегодня по рейлам очень круто катается. Ну. Вообще, это мясо просто. Да, а по-любому лайк, пацаны, реально. Короче, мы катаемся туда-сюда, ищем споты перила и их находим. Тут надо перепрыгивать либо либо вот так, да, вовер, да. Либо... Перила кайф, вот уезд, он хреновый. Хуже уезда, только подъезд. Ну что, я зря доставал камеру или ты все-таки хочешь? Не, давай, давай. Реально? Попробуй. Ну попробуй точно. Ну давай. Ладно, Андрюх, я тебя спасу. Лёша, ну ёпта. Ты шо? Извини, я не увидел. Готов вставку сделать, она такая была.
Да, это она такая была. Просто не заметили. А, нет, я запрыгиваю, она съебывает, я на стену падаю, нахуй. Зачем ты ее сломал? Она была такая, блядь, ты смотри, она заржавела вся, нахуй. Мумова 27. Ну смотри, блядь, ты день. Ну плюс-минус моим весом. И чё? Все нормально. Ну, блядь. Закрепилась окей. Назад. Подними ее и поставь, типа, вот так, человечек. Еби. И теперь, что там? О, не-не-не. Вот так. О! 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 Так сидеть, конечно, не очень удобно. О, хорош. Да, что-то дальше поищем. Ну, пойдем сюда потом, когда не будет кисть болеть. Точку на карте ставь. А что тут адрес ближайший на? А, так вот это. Общага, короче, в Серебрянке. А, нет, это не Серебрянка. Ну, не суть. Короче, на сегодня у нас финальный спот. Мы уже достаточно так накатали сегодня. В основном между спотами своим ходом. Давай. Подожди. Нифига ты дал. Нет, ты определенно стал лучше кататься. Смотри еще что. Ну ладно. О, ну, кататься ты стал лучше. Спасибо, Андрюш. Я заснял! Вот она, русская, да въебывалась. Больной, голень. Сорян. Я заснял. Вперед, погнал. Блядь, я разучился. Нет, я не разучился. Давай, давай, давай. Я разучился. Оп. На. Класс показать вам? Да, Андрюха, класс. Блин. Он просит показать тебя класс. Ну как тебе? Ой, я могу круче. Вот, смотрите, смотрите. Давай штурм. Вот вам такое как? Вот это вообще пиздец. Нормально, да? А можно как-то с этой хуйни? Да. Давай, шнур, погнал. Блин. Давай, засекай, засекай. Да. Погнал, погнал, погнал. Ну как? Я тоже хочу. Давай. Натуре классно. О, вот это уже жесть, да, наверное? Это нормально вообще. А мне, короче, блядь, ребята не очень давно показывали вообще, блядь, такую вот, короче, он два раза, короче, вот так. Ну, нихуя. Ну, вот два раза вот так. Крутяк, вообще класс, да? В натуре четко, классно.
А как? Она получается, ну, двойная. Так, бля, а я что сделал? Ты полторашку сделал только. Полторашку ты выпил сегодня? И у тебя камера, походу, села, да? Нет, действительно, нет. Полторашку. Так я же нет, я же на 360. 360 это, ну, один оборот, а он, короче, хуярил два раза. До семёра. Семёру, нахуй, так. Палка чисто. Молодец вообще. Эй, батя, сумку. Шнур back to back. А, шнур спит. На VIP, давай, погнал, погнал. Лягушка. Умираю. Скорая, заберите меня. Потушите пердло мое. Что, я думаю, наугарались, трюков наклепали сегодня. Вот, и я думаю, можно заканчивать этот видосик с Антоном. Антон завтра уезжает ночью. Если все пойдет по плану, то завтра мы с ним еще покатаемся и, возможно, снимем еще один видос. Но это пока не точно. Если вам это видео понравилось, не забывайте про лайк, подписку, комменты. Мы поедем кататься. Но это не точно, я уже сказал. А, да. Все, можешь сказать, что ты хочешь. Все, мы прощаемся. Все. Ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста. Вы про меня совсем забыли, а я есть. Кстати, есть, знали? Все, кто офигеть. Сегодня был со мной, вы найдете там ссылочки в описании. Ребята, мы можете вас любим, стараемся для вас кататься. Все, всем пока. Ты как школьник на 1 сентября. Мама, я здесь, забери меня. А ты еще как на 1 сентября делают, поднимают? Да, и вот так колокольчик. Да, я тебя подниму. У тебя есть колокольчик? Стой, нет, я тебя на шею возьму, давай на шею. Камон, ребят, 18 августа. Сколько ты весишь? 65, 70. Пацаны, 18... А, какое августа? Апреля. Я примонтирую. Да, все, разворачивайся. Да, в общем, вы поняли, тихо, конец видоса. Ножки раздвинь чуть-чуть, я сейчас присну. Как? Убери. На фоне чисто все. Голоса. Ножки всем раздвинь. Пока. Всем пока. Да.